человеческий голос в пустой комнате. Просто белые стены и гулкое эхо от ровного пола. И больше ничего. Такое знакомо. А, нет, нет. Есть еще мухи. Слух и голос мой. Но нет вам. А так, по идее же, звук сплошной, очень-очень много, ведь мухи только бесшумные, выключенные кем-то, не мной. А раньше тут стояла большая ванна. Может быть и странно, ванна не ванной, но теперь комната пуста. Я и такое слепое окно. Просто стекло и рама. Очень странно. Так вот, пустое окно, бесцельные мухи, когда-то была ванна, вон, кстати, и дырка в полу есть, есть еще и дырка, хотя на заводах говорят, дырка, блядь, сам знаешь, у тебя, блядь, где, в полу отверстие. А форточки в окне нету. Так-то был бы звук от ветра, но нет. Просто стеклопакет. И форточки нет. И двери нет. Но, наверное, можно в окно. Но так как двери нет, в общем, без разницы. Все равно. Стоп! Я окно не открывал. А мухи есть. Вон, летают. Значит, кто-то уже был здесь. Недавно. Давно. И в окно. Ну, а там небо только. Туда, значит, и ванну вытолкнули, и отправился этот кто-то сам к небесам. А потом, видимо, пошел домой. Нет ванной! Ладно, делать ничего не буду, у меня тут есть мухи повсюду, слух и голос мой, но, опять же, нет ванны. Нет, нет. Есть табурет. Я сижу на табурете. И вокруг мухи эти. Хотя подождите. Я же молчу. Надо сказать хоть что-то. Привет. Вот. Ответа нет. Но это хоть что-то, хоть какой-то звук, хоть чуть-чуть. О, ему
мухи оживились, кстати, но все равно беззвучно. Хотя, если представить себе весь этот гул, то вряд ли было бы лучше. Человеческий голос в пустой комнате, просто белые стены и гулка эха от ровного пола, и больше ничего. Так.